Я устрою чаепитие и приглашу тебя. Тебя и тебя. О, нет! Что? Попалась! Дело сделано! Пора возвращаться! Он украл Мэнди! Мы их упустили! Что нам делать, Венсдей? Как вернуть Мэнди? Я что-то нашла! Злодей открыл портал с помощью этой ракушки! What? За ним! Венсдей, держись! Фух! Пройти не получилось! Волшебная книга. Может, в ней мы найдем ответ? Тебе отсюда не выбраться. О, нет. Это было ужасно. Чтобы спасти Мэнди, нам придется стать русалками. Ура! Я обожаю русалок. С каких пор? Пункт первый – макияж. Мы и так пройдем. Ладно, пусть будет макияж. Для начала нужно хорошенько очистить лицо. Используем мицеллярную воду. Как скажешь. Патчи лишними не будут. Что это? Всего лишь улитка. Это очень полезно для кожи. Патчи долой. Время тональной основы и румян. А теперь макияж глаз. Выберу тени поярче, как радуга. Добавлю блестки и белые стрелки. Сделано. Венсдей, ты в порядке? Никак не разберусь с этими кисточками. Их слишком много. Вещь, ты что здесь забыл? Пришел помочь? Ну и что мне с этим делать? Это план макияжа? Ничего не выйдет. А, этот макияж ужасен. Лучше вовсе без него. Сеточку использую как трафарет и нарисую чешуйки краской для грима. Добавлю тени и выделю чешуйки поярче. А блестки никогда не бывают лишними. Венсдей? Нужно действовать. Начну с теней. Это было несложно. Паучок, помоги. Стрелки есть. Добавлю узор из паутины. Спасибо. Немного жемчужинок. И побольше блесток. А губы выделю карандашом. Этого хватит? Нанесу слой теней. Добавлю немного синего. И сверху нанесу блеск. Завершит макияж парочка морских жемчужин. Готово. Наконец-то. Какой макияж нравится тебе больше? Макияж Инит или макияж Венсдей? Напиши в комментариях. Мы теряем время. Нужно открыть портал. Невероятно, для портала мы еще недостаточно русалки. Мне страшно. И правильно, ведь никто тебе не поможет. О нет, не делай этого. Тихо, ты меня не разжалобишь. В детстве я сам был милым ребенком. Привет, неудачник. А что это у тебя на голове? Уродливая корона. Что ты на себя напялил? Получай! Они смеялись надо мной и кидались игрушками. Поэтому я вырос злым и беспощадным. Страшно, девчонки. Ну и вид. Вот умора. Но девушки только смеялись надо мной. Мне так жаль. Поздно жалеть. В чем дело? Механизм заело. Снова. Не страшно, я его мигом починю. Ты такой забавный. Продолжим. И следующий пункт прически. О, нет. О, да. Ты готова? Конечно. Нет. Стой.
У тебя ничего не выйдет. Хм? Вещь, хватай ее. Я не сдамся. А, нет, только не это. Ну почему? Не волнуйся, тебе понравится. Прически это весело. Только не для меня. Обещаю, все будет отлично. Ну вот, готово. Вау, ты была права. Но как быть с твоими волосами? Чуть не забыла. Посмотрим, что осталось в моем арсенале. Попробую желтый. Нет. Красный? Точно нет. Ладно, есть еще один. Мой любимый. То, что нужно. А теперь к порталу. Упс! Прости, попробуем. Что? Он снова отказывается нас пропустить. Как он смеет? Сколько всего интересного. Здесь явно должно быть что-то, что поможет мне выбраться. Привет, я тебя нашел. Нет. Куда же ты? Прятаться негде. Не подходи. Помогите мне. Поставьте лайки, спасите от злодея. Пожалуйста. Помощи не будет. Спасибо. Ты любишь танцевать? Что это со мной? Устоять невозможно. Я не могу остановиться. Пока. И спасибо. Коварная девчонка, стой! Я все равно тебя догоню. Не могу больше. Сил нет. Ты чего остановился? Умираю от жажды. Помоги. Я сейчас. Вот, попей водички. Спасибо, Мэнди. Ну как, тебе уже лучше? Да, благодарю. Чуть не забыл. Попалась! Что? Как же так? О, нет. Мне срочно нужно в туалет. Серьезно? Не волнуйся, следующий пункт – топы. Вау. Есть идея. Ты куда? Ну и где нам взять русалочьи топы? Бензди, что ты задумала? Я буду ловить рыбу. Вау! А можно и мне порыбачить? Ну, пожалуйста. Так и быть, держи удочку. Спасибо. Клюет. Спанч Боб, серьезно? Отличный улов. Моя очередь. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Нет! Бензди! О, нет! Не волнуйся! Я сейчас тебя достану! Фух, прости! Как ты могла? Вау! Ты нашла для нас топы! А топи, правда, подходящий. Но я все равно его перекрашу. Ну вот, снова неудача. Без паники, заглянем в книгу. Следующий пункт – хвосты. Венсдей и Нит, это вы, привет! Ой, он уже близко. На помощь! О нет, держись, мы скоро. Хвосты. Ну ладно, вещь. Что это? Целая коллекция хвостов. Пожалуй, я возьму вот этот. Их так много, слишком сложно выбрать. Этот или этот? Какая мука! Мы вообще-то спешим. Я быстро. Наконец-то. Открываем портал. Снова неудача. Что дальше?
Аксессуары. Пришло время воспользоваться древней магией. Цветикус, косметикус, стеклярус, кипидарус. Самое красивое украшение – появляус. О, да. Великолепно. А как же я? И для тебя найдется. Вау, ты просто волшебница. То, что нужно. Идеально. Открываем портал. Что на этот раз? Нам нужен голос, как у сирены. На помощь! Все готово, неполадки устранены. Пока, Мэнди. Пси! 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 Ого! Венсдей и Нит! Голос, нам нужен голос. Я поняла, есть идея. Чихай, не отвлекайся. Вот голос, ловите. Великолепно. Только поспешите. Ой, как страшно. Ты готова? За дело. Попробую. Нет, съем еще кусочек. Ну все, пора заканчивать. Привет! Ура, вы здесь! Это еще кто? Вон отсюда! Сейчас познакомимся. Хватай его! Бегать с хвостом ужасно неудобно. Вы что, смеетесь? Удачи! А я пока займусь делом. Похоже, вы здесь надолго. Твой час пробил. О, нет! Хватит, он мне надоел. Получай! Вы успели! И вы спасли меня! Спасибо! Не за что. Мы всегда рады помочь. А злодей превратил себя в игрушку. Я заберу тебя и буду с тобой играть, как ты и хотел. Пора возвращаться. Я снова я. Это радует. Венсдей! Как эти дети попадают в наш дом? Можно сделать с тобой селфи? Нет. Ну, пожалуйста, я не отстану. Ладно, улыбаемся. Давай посмотрим. Венсдей, неужели так сложно улыбнуться? Это очень просто. Вот так. Стоп, а где ребенок? О, нет. На помощь! Пока! Нет, Джози! Вещь? За ними. Стой! Открыть портал. О, нет. Они скрылись в портале. Давай за ними. Что? Вход только для русалок? Нужно что-то придумать. Мы превратимся в русалок, и я сделаю из тебя русалку. Нет, это не для меня. Используй мой метод. Допустим. Макияж, прическа, одежда, хвост. Отцепись от меня! Ауч! Больно! Где девчонка? Есть идея. Вот ты где. Получай! Ты! Упс! Не уйдешь! Опс! О, нет! Попалась! Я заберу твою молодость и красоту себе! Нет! О,
О, да, получается. В чем дело? Снова? А! Я ведь только его зарядила. Вот почему он продавался со скидкой. Я в порядке. Какое счастье. Рано радуешься. Макияж смыт. Время питательной сыворотки в стиле русалки. Я предпочитаю черепа. Патчи под глаза поплыли. Что? Не люблю плавать. Жуки! Сетка? Есть идея. Нанесу румяна, как чешую. Что за странные звуки? Рептилиус аспидус ядовитиус. Вот кто мне поможет. Какой ужас! Не могу на это смотреть. Русалочьи тени. Приступим. Побольше фиолетового и розового. И голубые акценты. Подкрашу реснички и готово. В чем дело? Не могу открыть ракушку. Я помогу. Вау. Спасибо. Это жемчужинки для завершения макияжа. Черные обе. Их здесь много. Надеюсь, до вечера справимся. Спасибо. А перламутровые для меня. Идея мне нравится. Попробую. Сделано. Теперь губы. Ракушка мне поможет. А чем накрасить губы мне? Идея. Мука из жуков. Чернила каракатицы. Хорошенько перемешать. И готово. Меняем цвет глаз? Согласна. Цвет морской пучины и лазурной волны. Макияж завершен. Скорее к порталу. Не работает. Нужно продолжить превращение. Теперь ты никуда не денешься. Чего тебе? Сам разбираюсь с друзьями-монстрами. Я больше помогать не буду. Где она? Снова сбежала. Стоять! Ауч! Что? Когда она успела меня связать? Не уйдешь. Нет. Займемся прической. Так и быть. Для начала расчешем твои косы. Это сложнее, чем я думала. Ауч! Можно побыстрее? Стать русалкой? Это так заманчиво. У них такая увлекательная жизнь. Зачем тебе ножницы? Интересно, русалки пьют кофе? Немного укоротим челку. Я все исправлю, только не волнуйся. Готово. Не хватает только короны. У меня на цветное аллергия. Что же делать? Придумала. Выловлю побольше ракушек. И водоросли не помешают. Тебе понравится. Не уверена. Немного клея и черной краски, и корона готова. Что скажешь? Всегда знала, что рождена для короны. Еще пара жемчужинок, и ты готова. А что делать с моей прической? Есть идея. Смотри, что я нашла. Волосы для меня. Спасибо. Теперь нужно их украсить. Добавлю корону. И я готова. К порталу. Открывай скорее. Не открывается. Продолжаем превращение. Не делай этого. Ай, ты! Готовься к бою. Если ты настаиваешь...
Я был чемпионом колледжа. Не смеши меня. Мне плохо. Это было весело. И где эта девчонка на этот раз? Почти получилось. Не уйдешь. Здесь одежды хватит для нас обеих. Я уже боюсь. Это так волнительно. Посмотрим. Розовая? Мне нехорошо. Голубой? Не сегодня. А, уберите это. Пайетки? Нет. Сколько можно? В сторону. Здесь должно быть хоть что-то достойное. Черный, наконец-то. Вырежу пару нужных деталей и готово. Ауч! Вау! Вот то, что мне нужно. О, Венсдей, ты великолепна. Бежим к порталу. Открывайся. Снова неудача. Нам нужны хвосты. Бластер зарядился. Спасения не жди. За что? Я не сдамся. Ауч, больно. Ты за это ответишь. Пас. Отбила. Получай. Точно в цель. Смотри, маникюрный салон. Вот тебе. Мой шуруповер. О, нет. Надеюсь, этот бластер можно починить. Здесь точно что-нибудь найдется. Ой, и как это сюда попало? Минутку. Невероятно. Упсы-русалки. Венсдей. Может, портал пропустит нас с этими русалками? Это может сработать. Бежим. О, нет. Упсы прошли, а мы остались. Снова. Игры закончились. Это еще что? Какие славные куколки. Вам пора на горшочек. Что же делать? Ну, конечно. И как я раньше не догадалась? Я сделаю хвост из одеяла. Здесь закреплю скотчем и готово. Венсдей, что скажешь? Какой ужас. От настоящего хвоста не отличить. Ты заблуждаешься. Это сработает, вот увидишь. Портал, откройся. Не сработало. Ну почему? Не расстраивайся. У меня есть план. Врезаем детали плавника. Сшиваем. И хвост готов. Вау! Не хватает блеска. Вот так получше. И у меня есть хвост. Вау! Я тоже так хочу. О, вау! Сделано. Думаю, мы готовы открывать портал. Пусть все получится. Что? Не хватает 1%? Ребята, поставьте лайк, помогите нам открыть портал, пожалуйста. И побыстрее. Попробуем еще раз. Да! Куда мы попали? Настоящие русалки? Показалось. Они здесь. Что? Когда это закончится? Вещь? Ты знаешь, что делать. Нет. Отцепись, глупая рука. Джози, я помогу. Нет, спасибо. Уходим скорее. Подожди. Я должна кое-что сделать. Нужно поквитаться с ведьмой. Отличная идея. Вот тебе. Ты получила по заслугам. Мы одолели злобную ведьму. Ура! Мне пора домой. Открываем портал. Вау! Мы снова стали прежними. И это прекрасно. Скорее ты. И ты тоже. Улыбнись. Лучший день в моей жизни. О, да. Вот кто мне нужен. Ты пойдешь со мной. Зря стараешься. Ведьма уносит девочку. За ней.
вещь. Пока. А? Это портал. Открывайся. За ней. В чем дело? Мы не можем пройти. Портал только для русалок? Значит, нам нужно стать русалками. О, нет, девочка в беде. Нужно спешить. Ведьма опасна. Что это? Сюрикены. Ой, что? План по превращению в русалок? Прическа, макияж, хвост, одежда. Начинаем. Вот мы и дома. А это кресло для моих почетных гостей. Что ты задумала? Все просто. Тебя ждет то же, что и других. Я превращу тебя в игрушку, как и всех. Нет. Будет весело. Тебе понравится. В чем дело? Бластер разрядился. Самый неподходящий момент. Ладно, подождем. Глупышка, тебя это не спасет. О, брошка. Я ее везде искала. Где девчонка? Привет. Мне нравится твоя прическа. Пороемся в косметичке. Маска для лица. Обожаю. Улитка. Лучшее питательное средство. Эу. Макияж русалки? Есть идея. Я одолжу эту сеточку. На минутку. О, да. И румян побольше. Отлично. Остатки кофейной гущи. То, что нужно. Готово. Накрашу веки. И добавлю парочку жемчужин. Блеск. Давай, осьминог, поделись своими чернилами. Спасибо. Это лучшая подводка. Моя тушь намного удобнее. И последний штрих – губы. Готово. Вау, Вэнсдэй. Пожалуй, мне нравится. Макияж завершен. Спасем девочку. Открывайся. Нам не хватает русалкости. Вот ты и попалась. Сообщение? Кто-то хочет войти в портал? Зря стараетесь. Она снова исчезла? Ага. Включить? Выключить? Привет, тебе не уйти. Мне нужна помощь? Нет, нет, нет! Ребята, как мне победить ведьму? Напишите в комментариях. Шарики, да! Получай, злодейка. Ауч! Да! А? Прическа. С этим я могу помочь. Усилитель роста волос. Думаю, в нужной пропорции он поможет. Подержи. Мои волосы? Мне нравится. А как быть с моей прической? Я помогу. Доверься мне. У меня аллергия на расчески. Твои косы никуда не исчезнут. Они станут только лучше. Парочка жемчужин. Вау. Но это не все. Ракушки. Черная краска. А вместе морская корона. Вау. Попробуем открыть портал. Нет, мы все еще недостаточно русалки. Ну почему? Хватит убегать. Ай! Thank you.
А ты кто такой? Бросаешь вызов мне? Ты совершаешь большую ошибку. На! Ну, держи. Теперь твоя очередь. Кто это сделал? Получай! Мимо! И чем мы не русалки? Ой, посылка. Посмотрим. Карта. Она ведет к одежде для русалок. Вау! Я уже ее нашла. Налево. Одежда у меня. Направо. Венсдей, постой! Hey. Теперь на север. Карта не подвела. Wow. Отлично выглядишь. Скорее к порталу. Открывайся. Снова отказ. Чего ему не хватает? Что еще? Ты, выходи на бой. Нончаки. Сабли. Камень, ножницы, бумага. Ладно, я победил, ты проиграла. Маленький хитрец, получай. Он сам напросился. Нет! Хвост? Ну ладно. Побольше скотча, мусорный пакет. Yes. И хвост готов. Что это? Как настоящий. Можешь проверить. Ничего не выйдет. Открывайся. Что, снова нет? Это несправедливо. Мы никогда ее не спасем. Без паники. Сейчас мы подберем идеальные хвосты. Мне нравится. А где твой хвост? Сейчас. Нет, этот не подходит. А этот вполне. Ну вот, мы с хвостами. О, что это за место? Как мы здесь очутились? Провалились. Упс. А вы что здесь делаете? Вообще-то это частная собственность. На помощь! Что? Да ведь это просто кетчуп. Нет, это моя картошка. Не смей ее трогать. Я никогда ни с кем не делюсь. Обжора. А мне пора. Стоп. Немного ментоловой свежести тебя остановит. О, нет, я влипла. Ха-ха. Попробуем? Давай. Открывайся. Что? Не хватает 1%. Но мы так старались. Может, ребята помогут? Пожалуйста, поставьте лайк. Помогите открыть портал. Получилось! Спасибо! Скорее вперед! Только бы успеть! На помощь! Тебе уже никто не поможет. Бластер зарядился. Да, вы здесь! Вы все испортили! Вещь? Вперед! Эффектно. Hey. Малышка, не бойся. Теперь ты в безопасности. Спасибо. О, нет. Ew. Вы проиграли. Что происходит? Huh? Пока. Нет! Упс! Инит, ты где? О, нет! Инит! А
Она пропала. А? Помогите найти мою подругу. Она не вернулась с горки. Вы ее видели? Нет. Мороженое и драки запрещены. У нас нельзя петь, играть на баяне. Никакого шума, подглядывания, слежки. Что? Все запрещено. Ты не пройдешь, Венсдей. Я не люблю нарушителей. О, какая красота! Это мой день. Хочешь спрятаться, Венсдей? Оставь пальму. Ты опять здесь? Катимся в другую сторону. Ты не проходишь по росту. Брысь! Есть другая идея. Плыви. Ты не отдыхать туда пришел. Вау. Стоять! Уходи! Ладно, я просто тут постою и поиграю в свою любимую игру Трум-трум-блиц. Да, почти. Вот так. А во что она там играет? О, это надо влево. Не мешай, дай сюда. Ха, попался на мою игру. Трум-трум-блиц очень увлекательная. Я прошел все уровни. Уходи. Ну и ладно. Поиграю еще немного в Трум-трум-блиц. А ты можешь скачать игру по этому QR-коду. Я волчица в душе. Что за звуки? Нарушитель. Услышь мое рычание. Нет, пение запрещено. Окей. Что опять? Па-па-па-пам-пам-пам. Па-па-па-пам. Нельзя петь и играть на гитаре. Окей. Эй! Парам-пам-пам! Здрасте! Это надувная гитара. Разве она запрещена? Арфа, труба, саксофон, рояль, ударная. Проклятье, надувной гитары нет. Можешь проходить. Ненавижу очередь. Вещь? Разберись с этим. Что у меня на голове? Получай! Превосходно! Уже свободно? Спасибо! Обожаю мороженое! Э? Фу! Мороженое запрещено. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ты слишком милая. Проходи. Привет, я Инит. Мое мороженое! Не плачь. Столько хватит? О, да. Окей. Я веселая Инит, можно мне пройти? Но ты же только что... Ладно, проходи. Это что, мороженое? Стоять? Нет? Окей. Нет! Поймал? Венсдей?
Мне уже пора. Переходим к экстренным мирам. О, да, это экстренный случай. Меня вызывают. Вау, это она. Что надо? Это ты, Супер Джози, лучший спасатель всех времен и народов. Я твой большой фанат. Да, это я. Так, в чем дело? У нас проблема. Ее зовут Венсдей. Я поняла. Где же она может быть? О, вот она. А? О-оу. Инит, стой. О, точно. Я на дежурстве. Куда она опять подевалась? Инит. О-оу. Где Инит? Вон там. Пока. Оу, попалась? Что? Это же была Венсдей. Опять упустил. Инит, выходи. Где ты прячешься? Ты слишком низко смотришь, Венсдей. Где же Инит? Ха! Она меня не нашла. Ты! Не веселись мне тут! А, сзади тебя! Осторожно! А? Акула! А, спасите! Я и сам боюсь! Ребята, пожалуйста, помогите нам! Скорее ставьте лайки этому видео, чтобы акула не съела нас! О, спасибо, вы лучшие! Супер Джози, это ты? Все под контролем. Венсдей там. Большая горка? Или маленькая? Наверняка Инит пошла на маленькую горку. Большая горка. Я уже иду. Инит? Крики? Уже спускаюсь. Ну, а по лестнице? Ты! Ты! Смотри, русалка! Где? Венсдей? В этом бассейне не должно быть взрослых. А? Только дети. Так точно, Супер Джози. Уже ушел. Ага, она вон там. Поехали! Спасибо, что смягчил мое падение, капрал. А теперь туда. Я за тобой, Супер Джози. Вон туда. Так точно. Разогнать толпу. Сделано. А где же Венсдей? Понятия не имею.
Я просто хотела мороженое. Мне нужно повесить это объявление. О, вот здесь отлично висит. А это еще кто? Мы найдем ее. Вот она! О, нет, это за мной! Инит! Я твоя фанатка! Поиграем? О, мне не хватает моей подруги! Я все исправлю! Нарушитель! Бинокли запрещены. Никаких наблюдений. Ты нарушила правила. Ну что ж, решим это по-взрослому. Давай. Венсдей! А я тебя везде ищу. Идем со мной. Венсдей? Я обиделась. Вы же лучшие подружки. Вот еще. Ссориться запрещено. А мириться можно. Подружка? Подружка. Лучшие друзья навсегда. Юху! Эй, Колин, идем к нам веселиться. Какой прекрасный день. О, смотри, там комната отдыха. Обожаю музыку. А это игрушка для меня. Прекрати. Никаких обнимашек, чуть не забыла. Пойдем скорее. Катастрофа. Здесь словно ураган пронесся. После урагана было бы лучше, я видела. Я это быстро исправлю. А ты помочь не хочешь? Зачем? Этим займется вещь. Ты знаешь, что нужно делать. Вещь совсем разленился. Переверни страницу. Бедняжка, он так старается. Ты весь вспотел. Я помогу. Дай 5. Нравится подушка? Держи. Упс, прости, вещь, я не рассчитала силу. Какое тяжелое дерево, поможешь? Вау, спасибо, дружище. Вещь? Страница. Можно забрать вещь ненадолго? Нет. Но ему нравится помогать мне. Нет, вещь останется со мной. Он не твоя собственность. Ты ничего не знаешь. Упс, прости, вещь. О, нет. Что это? Это соседи сверху. Я пойду разберусь. Давай, Марк. Открывайте немедленно. Привет. Я живу в комнате снизу, и из-за вас у нас штукатурка сыпется. Вот он, парень моей мечты. Серьезно? Подростки такие примитивные. Вещь? Что это? Я должен помочь, но ковер слишком тяжелый. Он так старается. Какой милый. Я помогу. Держи.
Ого, спасибо. Всегда пожалуйста. Приходи еще. Марк, я выиграл. Его еще нет? Странно. Нужно его найти. Открывайте. Какой парень? Я ищу. Что это было? Простите. Нет. Я ищу друга. Ладно, я позже зайду. Таких девушек я еще не встречал. Марк, вот ты где. Уходим. До встречи. Пока. Пойдем. Что за парень? Приди в себя. Я придумала. Моя комната будет радужная и яркая. Нет. Я нарисовала эскиз. Я сейчас ослепну, прекрати. Комната будет черно-белой. Это просто черное пятно. Именно. Как нам быть? Поменяемся. Отлично. Ты что задумала? Со мной шутки плохи. Это будет границей между нашими половинами. Вау! Что это? Посмотрим. Витражное окно? Потрясающе. Пожалуй. И сейчас я его раскрашу. Моего цветного лака хватит на все окно. У меня есть план получше. Веселье начинается. Походный химический набор. Лучший подарок на Рождество. Спасибо, дядя Фестер. Что-то пошло не так. Ладно, используем старый добрый динамит. Что это? Венсдей! Вау! Спасибо, соседка. Ты слегка перепачкалась. Что? О, нет. Нужно переодеться. Ну как? Мило. Но мне по душе только черный. Здорово. И мне нужна штора. Давай же. Не получается. Придется вешать самой. Та-дам! Неплохо.